Привет, ребята, это мы, Годзиллы. Так, вот так вот пока. И Генок. Да. И Майки Годзиллы. Да. Ну, вот мы были в Таиланде, вы помните видео там наше? Мы Таиланд. Мы Таиланд. Да. Мы трейлеры снимали. Извините, пожалуйста. Но мы мотру потеряли в Таиланде. Ага, да, но не, не переживайте. Да, стойте. Вы сейчас так удивитесь. Да, это и мою руку потеряли, и кисть. А хорошо, что хвост. Нет, рука где-то здесь. Наверное, я вон вот, везде искал, вообще нет. Ладно, ничего. О, да, кстати, ребята, привет. А я свой топор потерял. Ничего. Да. Не знаю, в Таиланде, наверное, остался. Не, почему? Ничего, да. Есть другие ножики, это будет мой топор. О, вот мое пламя, так, помните? Вот у нас мотра потерялась. Помните розовенькую? Да, это воображение у вас должно включено быть. Но ничего. Ничего, ребята, не расстраивайтесь, потому что пришла наша настоящая новая мотра. Сейчас ее распаковывать. Да. Так, подержи-ка. Ну и тяжелая. Теперь на начало. Так, где там так настоящий так долго? Хорошо. Это я просто так показать. Открываем, и вот она. Пожалуйста. Эй, а мой хвост? Так, секундочку, а впереди и Гидора. Вот она, так. Ну, Гидора нет. Ну, ребята, Гидора будет в новом году. Она изо льда проснется. Ага. Так. Ой. Вот, мотры, и сейчас будем ее распаковывать. Так, а как только распаковывать? Не знаю. Сейчас. Как распаковываться-то? Сейчас, надо здесь разобраться. Сейчас. Может, открыть скрытно? О, а давай вообще все порвем и будем доставать эту коробку. Угу. Блин, ну тут коробка. Во! Все, сейчас, ребята. Сейчас. Тихо, стойте. Во, вы бы разглядите картинку, только ее не очень видно. Вот она, вот трава здесь. Вот не очень видно вот это. Сейчас мы все здесь порвем. Давай, это вот. Все помогу. О, все. Так, теперь это не нужно. Вот она. Прикрытие. Она такая немного маленькая, ну ладно, поднимешь. Теперь все достаем. Так, это домик. Думаю, ее нужно аккуратно достать. О, вот подставочка как раз. А, и она... Сейчас, скотч. Ага, это скотч. Вот, смотри, подставочку достать. Вот, смотрите, это по подставочке. Вот. Ой, а здесь нужно... О, ножницы, вырезай крылья ей. Сейчас, тихо, стой. Давай. Они искусственные. Тихо. Блин. Ай, все, порвал. Больно, конечно. Это настоящее. Ага. Сейчас, ребята, скотч. Красивая, ребята, правда? Сейчас посмотрим. Рассмотрите ее. Сейчас. Вот такая вот красивая мотра с подставочкой вот здесь вот. Да? Угу. Вот такая вот крутая, красивая. Для этого Годзилла. Здравствуйте, Годзиллы мира. Годзиллы мира? Угу. Годзилла. Смотрите, какая. Стой, не двигайся. Можно и ей... Отпусти. Я по ребятам покажу. Ой, вот такая вот красивая. Вот ее какой-то домик. Ну, где она там, что ли? Я не поймешь. Где она... Не поймешь. Появилась. Да. Ну, чаще всего в этом домике появляются Хейсы и Мотра. Они это... Эта мота скрывается под водопадом. Ну, вот я в интернете нашел. Угу. Помнишь вопросики Годзилл? Ага. Ладно, всем пока, ребята. Это крутое видео. Мотра вообще крутая.
Ага. Всем пока. Мы вам Мотру показали.